А сейчас последние данные о ситуации с коронавирусом. Она по-прежнему остается напряженной. За сутки в регионе 141 новый случай заболевания. Выздоровевших 113 человек. Шестеро белгородцев не смогли побороть вирус. Вакцинация – главный способ обезопасить себя и окружающих. Первым компонентом привились 627 тысяч наших земляков. Почти 487 тысяч прошли полный цикл. Записались на вакцинацию 627,5 тысяч жителей области.